Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как проверить среднее количество снэп-баллов с вашим другом в приложении Snapchat. Итак, открываем приложение Snapchat, переходим в чат и ищем чат с нашим другом. Нажимаем на его никнейм, листаем ниже и выбираем вкладку, в моем случае это новички, потому что у меня два пустых аккаунта, и мы видим, что мы со вторым аккаунтом набрали 0 баллов. Но в связи с тем, как будут меняться ваше среднее количество баллов, тут будет появляться все новое и новое звание. А на этом все. Если это видео было для вас полезным, оставляйте ваш отзыв в комментариях, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, и еще увидимся.